Ну что, всем здравствуйте, здравствуйте, всех приветствую. Я чувствую, это финальная серия. Я чувствую финальную серию, потому что босс получается. В предыдущей серии, да, наша напарница украла обелиск, вот этот камень красненький. Вот, и в принципе мы увидели какие-то щупальцы жесткие, прям здоровые. Я так понимаю, это босс. И она нам показала запись, где... Девушка, не знаю, кто она ему, нашего главного героя. Она нам показала, что какая-то, что девушка, не знаю, кто она, что, короче, она нам привиделась в итоге. Я вот думаю, я всю прошлую серию думал, что она телепортируется. Вот, короче, меньше слов, больше дела, да, получается, или нет. Ну, короче, у Саши поудобнее. Приятно пить, кто кушает, приятно пить, кто пьет чаек или кофеек. Саша, поудобнее, накидывайте пледик, приятного просмотра, а мы начинаем. Так, съебать, ну что нахуй? Ох, ебать, ты смотри. Не, ну ты смотри, ты видишь это? Так, ну получается, это вот так вот, как-то. Шо, let's go, ебать. Где она, блядь? О, черт! Стоять, ёпта! Ты кто, блядь? Бам, нахуй! Сосала, блядь! Бам, съебать! Ебать, ну, красиво сделал, ну ладно. Для тех времен красиво сделал. Ну давай, показывайте нам босса. Я готов к нему. А нет, бля, я не готов к нему. Стой, стой, блядь, не показывай. Охуеть. Нам с вами пизда, ребята. Ну, он простой, что ли, будет? Да, ну, здоровый, да, здоровый, не спорю. Здоровый, не спорю, он здоровый. Ай, блядь, отпусти меня! Пусти меня на. Вот это я ненавижу. Блять, не могу прицелиться нахуй. Не могу прицелиться, прикинь. Просто не могу прицелиться по ней. Блять, он двигается еще. О, спасибо. Так. Да отсосешь ты, блядь. Нет! Мужик! Блядь, дай чуть-чуть времени. Да, это будет сложно, ребят. Это будет сложно. Ну ладно, босс так босс, ебать, погнали нахуй. Хуёс, хуесос, ой, извиняюсь. Да, масштабный, конечно, босс, масштабный. Ну вот это, кстати, красиво сделано, видите, да? Это красивенько сделано довольно. Прям вот кровявку сделать, это красиво для тех,
Для тех годов это прям очень красиво. Сейчас, конечно, смотрится так себе, но это красиво, в любом случае, красиво. Что, ебать, погнали нахуй. Ну давай, блядь, выходи, ебать. Здорово. Короче, я понял, надо вот эти херни ему разъебашить все, да? Да, ну это сложно, ебать. Это реально довольно-таки сложно. Минус. Ой, блядь, тварь. Долбануло, кстати. А, нет, все-таки две все-таки остаются. Ну окей, ладно. Ладно, окей. Бля, я хуй знает, ребят, как. Ай. Держись, мужик. Айзек, держись, Айзек. Минус. Минус. Айзек, красавчик. Давай, вставай, 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 вставай! Найс. Найс. Давай, 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 давай. Посмеемся вместе потом, блядь. А, сейчас будет бить. Ну почти, 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 ладно. Ох, ебать. Почти, 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 почти попал. Хуёвина, блядь. Блять, началось нахуй. Бать, вот кто на. До свидания, ебать. Ты прикинь, что делает тварь. Давай, блять. Давай, 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 посмеемся нахуй вместе. Не попадешь там. Ты 100% в гарантию не попадешь. Попала тварь нахуй. Спасибо. Ну, кстати, такой довольно-таки простенький. Давай! Ну! Что ты как девочка, ёпта, блядь. Бей нормально, ёбаный. Да бей нормально, ебать, ты дядя, блядь. Почти, 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 не спорю. Давай, блядь, открывай свою хуйню, блядь. Открывай! Все? Минус босс? Нет, еще. Тихо, тихо, аккуратно, блядь. Надо мне здесь. Ебать, прикольно. Вот это прикольно сделал, не спорю. Классно. Классно. Все? Минус босс получается? Ребят, минус босс. Минус босс. Мы победили босса. Но он, кстати, не такой сложненький оказался. Самое интересное. Еще куда нам? Может, надо что-то сделать, нет? Ладно, let's go. Беги, мужик, нахер отсюда, беги. Открылось.
Все, мы улетаем. Охуеть. Ты прикинь. Ты прикинь. Тихо. Смотрим внимательно, тихо. Бля, атмосфера, кстати, прикольная. Как в кино, реально, как в кино. Бля, остался один. Хотелось поговорить с тобой лично. Прости. Ебать, что это нахуй? Типа, это типа скример был страшный или что? Ебать, ребят. Ну что? Я поздравляю нас с вами, да? Три игры уже пройдены, если что. Это Assassin, Колда и Dead Space. Если что, и кто не смотрел полностью прохождение ни Колды, ни Assassin, ни вот Dead Space, ссылка, все ссылки в описании на плейлист, там первые три сразу будут. Еще в описании будет телеграм-канал. Для чего? Для того, чтобы... Если вам не приходят уведомления от Ютуба, там и инсайдики есть, бывают иногда, и как раз я туда всегда пощу, ну, даю ссылку, чё? Короче, я туда всегда пощу ссылку на видео, вот, то есть уведомления всегда будут, поэтому подписывайтесь, да, там как бы, да. Вот, и там ВК еще, но ВК это тоже такое, можете подписаться, в принципе, вот. Почему нет? Там иногда бывают мемчики. Вот, ну, что хочу сказать об игре. Игра очень интересная. Очень интересная. Вот мне ее, вот если сравнить с Колдой ее, конечно, это две разные игры, в принципе, но по ощущениям, если сравнивать, то по ощущениям Колда очень короткая была. Мне Колды вообще не хватило первой. Dead Space мне прям хватило сполна, реально сполна. То есть это хоть и местами линейная игра, вот, хоть и наш главный герой вообще ничего не говорил, заметили, что он за всю игру ничего вообще не сказал, ни слова. Вот, хоть это довольно линейная игра, вы скажете, в чем линейная? Ну, в том, что хоть и разные задания, но везде ты убиваешь монстров или бегаешь от них и тому подобное. Как это делал я? Я бегал от монстров иногда. Вот, игра очень интересная, советую пройти ее 100%, без читов, конечно, без читов. Вот, игра очень интересная, даже на тяжелом уровне мы прошли с вами, тяжелый уровень, ребят, реально тяжелый уровень, мы с вами прошли эту игру. Босс довольно-таки не такой уж и сложный вот был финальный, я играл в игры, где сложнее, и, ну, и механика самой игры, и босс, и всякие вот эти вот NPC-шки. NPC-шки, вы что нахуй? Вот, NPC, короче, тоже довольно-таки сложно, их там, ну, нужно прям постараться, чтобы, да, там, либо убежать от них, либо наоборот, как-то уничтожить их, и босс финально всегда был довольно-таки сложный. Ну, я знаю парочку игр, где посложнее будет босс. Но все же игра мне очень понравилась, игра очень понравилась, блядь, очень прикольная игра, сверхприкольная. Я бы ее перепрошел. Может быть... Не сразу, но перепрошел бы, да. Плюс копилочку игра. Вот. История очень прикольная. Интересная довольно-таки. Прилетели на какой-то корабль. Не знаем, что там творится. Ездим, все чиним. Теряем напарника своего. Потом напарница наша нас предает. И в итоге все оказалось, что наша девушка, или, ну, не наша, ну, главный герой девушка, или наш. Ну, короче, главный герой девушка, ему кажется, короче, она ему кажется в итоге. Вот.
И как она выразилась, у него проблемы с головой, Вот. В итоге так получилось. Вот так вот все и получилось. Мне вот знаете, что интересно? А вот вторая и третья часть, там идет продолжение какое-то? Или это уже совсем другая история? Вот. Что еще хочу сказать? Сейчас повторюсь, посоветую пройти игру. Довольно-таки реально интересно. Вообще не жалею, что потратил на нее время. А тут сколько? 20 часов примерно, да, потратили. Ну или там плюс-минус. Вот. В принципе, все, отзыв свой напишу об этой игре. Бля, очень зашла игра, очень зашла. Это по факту хоррор, да, он пугающий. Ну, вот в конце то, что было, это ну такое, типа. Такое. Я, когда вот я только начинал играть, и повторюсь, ссылочка в описании, там на плейлисты. Вот. Когда я только вот начинал в эту игру играть, да, я боялся вот этих монстров, вот этих скримеров, а вот это, ну, такое. Плюс я думаю, я ожидал, что там будет скример, потому что, ну, как-то спокойно, оп. Ясно. Что ясно-то? Ничего. Вот, в принципе, все. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось прохождение данное. Блять, очень интересная игра. Мне очень понравилась. Зашла. Если когда я проходил колду, когда я прошел колду и был финал, если там я прям радовался, что прошел игру, то здесь какие-то смешанные на эти чувства. Я и радуюсь, но и мне интересно, что будет дальше. Если что-то будет во второй и третьей части, что будет дальше, если там история продолжается. Вот интересно, что там будет. Много недосказанностей в этой игре. Много непонятных моментов. Но все же оно того стоит. Все. Че? А, ну ладно. В принципе, все. Повторюсь, еще спасибо за просмотр вам. Надеюсь, вам понравилось прохождение. Надеюсь, вам поднял настроение за все это прохождение. И не только этой игры, но и колды, там, и ассасина. Вот. В принципе, все. Спасибо еще раз за просмотр. Увидимся в следующих играх. Давайте. Нифига себе. Получено боевое снаряжение. Получено досье. Приз. 50 тысяч кредитов. Приз 10 силовых узлов. Сверхсложный режим открыт. Ребят, я зашел в игру, и тут такое. Это что вообще? Я просто зашел в игру проверить просто кое-что. Ебать, что за скримлеры, ёпта. Блядь, скримлеры ёбаные. Блядь, ты прикинь. Не, ну ты прикинь. Вот что это сейчас было? Что это вообще? Это утро, что ли, какое-то? Которое мы не увидели. Ты прикинь?